В Азербайджане активно развивают туристический сектор. В условиях экономического кризиса эта отрасль стала приоритетной для развития экономики. В Азербайджане намерены уделить особое внимание росту туристического потока из стран СНГ. Подробности в материале Парваны Рагиевой. Привлечение туристов из стран СНГ, в том числе из Казахстана, является приоритетным направлением туристической индустрии Азербайджана. В прошлом году число казахстанцев, посетивших страну, выросло на 15% по сравнению с 2015 годом, достигнув 32 тысячи. В целом же в прошлом году поток иностранных гостей увеличился более чем на 11%, составив более 2 миллиона человек. Гораздо больше стало туристов из арабских стран. Причину такого наплыва наблюдатели связывают в основном с упрощением визового режима для граждан арабских государств. Обмен туристами с Казахстаном является приоритетом для Азербайджана. В этом году мы намерены увеличить турпоток из соседней страны как по обмену, так и привлекая казахстанских граждан. Обычно приезжающие из дальних стран туристы желают посетить несколько стран в данном регионе. Это реализуется по Великому шелковому пути, а также посредством других туристических продуктов. Мы можем направить приезжающих в Азербайджан туристов в Казахстан, а также принимать гостей, которые после Казахстана хотят посетить нашу страну. Отмечу, что ежегодно Азербайджан принимает участие в туристической выставке в Казахстане, и этот год также не будет исключением. Посещают казахстанские туристы в основном курортные зоны Азербайджана, где можно не только отдохнуть, но и восстановить здоровье. Как отмечают специалисты, стимулирует развитие туризма также деловые связи. Интерес туристов с Казахстана в Азербайджан очень высок. Много туров мы делаем по Баку, по регионам Азербайджана. Большой интерес к нашим санаториям в Нафталане, в Дуздаге, в Нахчеване. То есть со стороны казахских туроператоров, казахских туристов. В то же самое время деловой туризм очень хорошо развивается. Есть такое направление в туризме, которое называется МАИС. Это направление тоже очень интересно для казахстанских компаний. Мы принимали группы по майс-туризму, да, которые проводили здесь конференции, встречи и так далее. По числу туристов из Центральной Азии, посещающих Азербайджан, Казахстан занимает ведущее место. Одним из благоприятных факторов являются прямые авиарейсы. Близость народов, отсутствие визового режима, а также общий для общения русский язык позволяют казахстанским туристам комфортно чувствовать себя в Азербайджане. В Казахстане у нас много партнеров, с которыми мы осуществляем бизнес-туризм. Ичаришэр, то есть старый город Баку, где сейчас мы находимся, а также многие другие достопримечательности стали излюбленными местами для гостей города. В условиях экономического кризиса в мире туризм становится одним из важнейших источников стимулирования ненефтяного сектора. Поэтому азербайджанские и казахстанские компании намерены развивать и увеличивать взаимный турпоток. Парвана Рагимова, Эльшан Шахбалаев, Наиль Бабаев, Хабар 24, Азербайджан, Баку.